горит и жар хороший дает. И еще у этого дерева такое свойство, молния никогда не бьет по этому дереву. Вот целый лес граба будет, среди них какое-нибудь другое дерево, сюда попадет, а на граб никогда. Вот такое свойство, так что, когда гроза, можно прятаться под это дерево, или веточку отломил и бежишь, я граб. Шамшит это дальше будет. Да, но, к сожалению, гусеница добралась и сюда. И все наши самшиты, которые здесь растут, они все выскочили из-за этой гусеницы. Там тысячелетние стоят даже. Самшит же самое медленно растущее дерево вообще. Такие стоят древние.